Добрый вечер. Для меня огромная честь здесь быть, в этом легендарном месте, рядом с легендарным человеком, которому я мечтал увидеть, наверное, лет 20. С тех пор, как я услышал Аркадия Северного, я много очень слышал о Рудольфе Израильевиче, о фирме «Кисмет». И благодаря теперь моему ближайшему новообретенному другу Максиму Кравчицкому эта мечта удалась. Я хотел бы начать нашу встречу с песни, которая завершала каждую серию большого сериала «Русский без России», который вел наш известный актер и режиссер Никита Михалков. Но там она была в очень коротком варианте. Я хотел бы ее спеть полностью. Романс иммигранта, у которого в голове все время крутится старая песня «Кого-то нет, кого-то жаль». Берег русский, как он близко, здесь мы жили только с рёвом. Новороссийска отплывает пароход, гарь сожжённая имений, кровью полита земля уходящих поколений. Уезжают сыновья, кого-то нет, кого-то жаль, и чье-то сердце рвется вдаль. Как сорвали с нас погоны в том 17-м году, как летели эскадроны, все сметая на ходу. А что папу на германской на штыки поднял совет и сгорел в огне гражданской? Брат мой маленький кадет, его здесь нет, а я страдаю все по нем, ему привет, ему поклон. На Дону смерть снегом сыпала, шла в Орел и Перекоп, лагеря, потом Галлиполи, все обратно нет дорог. И в Париже, и в Стамбуле нам к березам не поспеть, избежав в России пули. От тоски погибнем здесь, кого-то нет, кого-то жаль, и чье-то сердце рвется вдаль. Только сны бьют очень больно, ведь привидится порой. Мы опять первопрестольной, мы гуляем по Тверской. Снова живы, брат, родители, я беспечный, молодой, мне сияет храм Спасителя. Улыбается страстной, кого-то нет, кого-то жаль, и чье-то сердце рвется вдаль. Я вам скажу один секрет, кого люблю, того здесь нет.